Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала! С вами в очередной раз Михакер и Антон Кратосплей. А в очередной раз привет, друзья! Да, ребятки, это в очередной раз сайт casesforreal.com, на котором мы будем выбивать пушки, надеюсь, что хорошие скинчики из кейсиков. Смотри, Антон, у меня есть 12 тысяч. 12 тысяч? Это просто жизнь, друзья. На сайте появилось обновление, появился читерский кейс. Да, Миш, там, это да, самый дорогой кейс, который вы когда-либо видели. Да, почти 10 тысяч. 10 тысяч. И там просто такие шмотки. Мне отсюда давай выпадало просто офигенный дроп. Ох, охренеть, здесь палки. Dragon Lore, Медуза, Вой, куча ножей. Даже самые стрёмные пушки, они в принципе дорогие. Вот этот Glock 18 Gradient, там вообще нормально. 25 тысяч стоит. Кстати, ребятки, если хотите получить бонус на счет, то можете воспользоваться промокодом, который вы найдете в описании под этим видосиком. Введете его вот здесь, пополнить счет, активировать купон. И сюда введите код купона, собственно, который в описании есть, и вы получите бонус при пополнении баланса. Плюс 10%. Окей, Миш, давай начинайте открывать кейсы. Давай. Так, ну, мы начнем со старых добрых кейсов, потому что, ну, не уже оставим дорогой уже кейс. Уже полюбивший. Кейс, это у нас тайнож, да? Давай с тайного начнем. Окей, давай с тайного, 555 подешевле. Рублей. Да, и тут есть клевые авапы. Смотри, там Азимовы, охренеть, сколько Азимовы. Удар молнии. Короче, давай, тут пиши. Можно нормально пожить. Итак, 555 рублей всего-то. Погнали. Всего-то, Миша, всего-то. Давай, крутится барабан и смотрим, что нам выпадет. Давай. О, кошечки пролетели! О, дубльный инжектор! Найс! 1400, давай продадим его. Давай его продадим. Можно пооткрывать еще кейсиков. Теперь откроем тайнож уже. Тайнож, давай, Миша, тайнож! Здесь уже появляется куча ножей. Да, в основном, вот правда, именно, таких подешевле. Именно в тайноже мне постоянно выпадают ножички, поэтому, Миша, давай попробуем. 999 рублей, погнали. Никаких бустов тут нету, тут и так все хорошо. Тут и так все отлично, ну в принципе. Давай дальше. Скоростной зверь. Скоростной зверь за 1350 рублей. Да, ну его я тоже продам. А вап меня не удивит. Слушай, какой ты. Как говорят, зажрался. Зажрался. Миш, тебе Dragon Lore на тарелочке подсунут, а ты носом повертишь. Давай еще раз тайнож откроем. Окей. Черт возьми. Раз так прет. Итак. Вот если сейчас выпадет тебе какой-то нож за 20 тысяч, я просто. Ой-ой-ой, такой ножик пролетел. Ну кровь в воде тоже неплохо, слушай. У меня, кстати, уже 3 штуки, а прикинь, он бы выпал. Да, 1500 кровь в воде стоит, мы ее тоже продадим. Так, у нас уже, слушай, почти 14 тысяч. А, Миша, можно приступить? Случайный нож 4,5, чуть-чуть не хватает. Ну давай читерский откроем, так уж и да, быть. У всех, наверное, уже слюнки текут, что отсюда выпадет. Давайте, ребята, пишите в комментариях, что нам с Мишей выпадет. Миша? О, да. Миша. Блин, снимай. Я надеюсь, это будет Dragon Lore. А прикинь, еще сувенирный выпадет. Ага, бывает еще прямо с завода статрек с крутейшими наклейками. Угу. Погнали, ребята, хотя давай, бы давай, 10 тысяч, просто, это же, я не знаю, что это. Что можно купить за 10 тысяч, Миш? Ну, кстати, многие ножи бывают дешевле 10 тысяч, но это зуб тигра, давай. Продаем? Ну, слушай, я не знаю, он стоит, блин, дофига. Я вот тоже продал ножик за 16 тысяч, и мне потом выпала крутая пушка, поэтому давай. Ладно, я тебя послушаю, Антон, только потому, что у тебя был охуенный ролик, на самом деле. Теперь давай мы сделаем такой ход, так сказать, обратно, и перейдем на более дешевле. Вот такой вот, случайный более нож. Более дешевле, всего лишь, что такое 4500 по сравнению с читерским кейсом? Тут всего лишь одни ножи-то. Вообще. Никаких там драгонлоров, ничего такого нет. Да, давай, Миш, попробуем. Погнали. Итак. Из 4500, давай, Миш, крутим. Крутим барабан. И нам выпадет. Вот, стой, фальшион же был! Ай-яй-яй-яй, нож, лезвие, волны, тоже неплохо! Тебе. О, нормально, купили! 5000, да. Альбом на 1000 рублей мы окупились. Стоп, погоди, мы окупились. Да, мы окупились на 500 рублей. У меня 15 тысяч было. Я два раза крутанул, что ли?
месяца. Что за хуйня? Я, блядь, алло. Мне, оказывается, доплер выпал. Что? Что? За 9 косарей. А продать можно за 10 с половиной. Все хорошо. Какого хрена ты сайт сломал, алло? Ничего себе, ребята. Я еще думаю, куда деньги делаешь. А, Миш, вот это. Вот мы сломали сайт. 23 тысяч, Миша, Миш, ты знаешь, что делать? Миша, Миша, это можно два раза с лишним открыть и два раза с лишним. Открыть читерский кейс, ребята. Давай, Миша, давай. Вот что-нибудь из вот этой вот троицы мне бы прям очень хотелось. Да, троица, давай, Миш, крутим барабаны, и сейчас нам выпадет крутая шмотка. У меня никогда в инвентаре не было драгонлора, а это зуб тигра, но он пролетел, и до огненный змей. Он стоит сколько? Как оно стоит 14 тысяч? Как оно стоит? Нихрена себе! 14 тысяч! А можно я себе его заберу? Конечно, можно, ёпт. Да, шерсть просто, Миша. 14 тысяч. Огненный змей, друзья, это круто. Ты посмотри, у нас еще 13 тысяч остается. Давай еще раз. Ты знаешь, что делать? Читерский, мать его, кейс. Давай, давай, давай. Самые дорогие штуки находятся здесь. Итак. Смотрим. 9. Блин! Вой пролетел! Пролетел вой, но нож за 15 тысяч, а здесь его можно продать за 17. Я заберу этот нож. Ребят, это было что-то с чем-то. Мы открывали читерский кейс, самый дорогой, который стоит почти 10 тысяч. Сколько раз мы его пооткрывали? Не знаю, я потом посчитаю. Ребят, пишите в комментариях, сколько мы раз. Но это была жесть, и мы вытащили оттуда два охерительных скина. Это заслуживает огромного лайка. Ну что ж, ребятки, с вами сегодня были Антон Кратосплей. Ссылка на его канал находится в описании под видео. Что с ней делать, вы сами знаете. И Михакер. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.